fits in your vibe and you'll be styling out so quickly. Man, it's just the way you do it when you move so swiftly. Vibing out to you and making me too human. Smoking out the way I feel emotion. Emotion, so good, it's so bad, it's so bad, it's so new. I'm wishing at the end of June. Clouds in my shroud and my vision go clearly. Can't see ahead. Доброе утро, ребята. Смотрите на эту погоду. Просто заливает, очень сильный дождь, очень сильный ливень. Вот это да, дома темно, хочется только взять чашечку чая с лимоном и смотреть в окно. Я прибежала на балкон позакрывать все окна, потому что заливает прям сюда. Очень сильный дождь, всю ночь шел дождь. И утром такой легенький сейчас начался очень сильный. Ой, как шумит. Очень-очень сильный дождь. Вообще. Но мне нравится. Вот сюда я вам еще покажу. Видите, как льет? Нужно закрывать, потому что сразу заливает тут. Ой, как сильно. Как льет. У нас нет ливневки трубы, это и льет прямо по стенам. Ай-яй. Вот это погодка. Закрываем окошко. У нас тут сидит Мишутка. Ой, видите, как поналивало. Нужно вытирать, потому что это столешня, а не подоконник. И может раздуть. У нас здесь сидит Мишка, он сторожил персики. Персики съели. И уже все, нечего сторожить. Нужно сюда положить чупа-чупсы, кстати, тут Никуля не достанет. Вот здесь будут лежать чупа-чупсы и желейные червячки. Вот такие они. Я не могу их есть, они мне все равно напоминают сильные червяков. Вот, кулечек забираем. Сиди, Мишутка. Возможно, вот так окошко откроем. Так, не будет заливать? И будет слышно дождик. Кстати, я добавила очень много крахмала, и мое окно все-таки непрозрачное, как говорили в некоторых видео. Видите, есть места, где меньше видно крахмала, и оно прозрачное. Через какое-то время я буду стирать тюль, сниму и попробую с меньшим количеством крахмала, но все равно мне очень-очень устраивает эта тема. Меня не видно, а окошко красивое с этой и с той стороны. И, в общем, мне очень нравится, очень. Очень. Если хотите вообще закрыться, закрывайте ролетку. С улицы смотрится красиво. Я вчера смотрела, но снять попробовала, но не видно. Окно очень отдаляет камера. Попробуем телефончиком. Поскольку сегодня дождливая погода, и мы сидим весь день дома, и уже школа близится и близится, мы с Андрюшкой решили каждый день писать по одной строчке. Да, Андрюш? Чуть-чуть. Вот мы начали писать в прошлый раз чуть-чуть. И сейчас будем продолжать. Да? Давай, выбирай, какую ты будешь писать строчку. А, подожди, мы же начинали сначала, поэтому не выбирай. А вот, вот мы написали, а вот теперь вот этот следующий. Давай. Следующее предложение напишем. Тільки тепер уже не дівчинка, хлопчик рудий. Котик Вася Кицин. Интересно. Давай. Угу. Ну все, как тебе удобно поставить книжечку? Ой, чуть в нос не зарядила. Как тебе удобно? Сюда поставим? К монитору? Ну, вообще так неудобно. Нет, и вот если вот так вот удобно будет... То как я могу узнать, если я даже не попробовала? Ну вот давай попробуешь. Давай. Давай. Ну все, постарайся, пожалуйста, красиво написать. Обрадуй меня, хорошо? Из первого раза.
Ну вот тут ты очень красиво уже писал, прям как взрослый третьеклассник. Ты же третий класс теперь будешь ходить. Скоро мы будем идти за новыми ручками, тетрадками, линейками, пеналами. А я вообще буду читером. Папочка, что это у тебя тут такое? Липка. Липка? Кошмар, это все чупа-чупсов, что ли? Ну все, вот давайте Андрюшка сейчас напишет красиво, и мы будем снимать видео про киндеры. Хорошо? Про киндеры хочешь? Шоколадки поесть потом. Так. Ну все, давай, желаю тебе удачи. Андрюшка сидит в своей комнатке, тут пишет уроки. Окошечко открыто, заходит свежий воздух. Ой, куда это ты мой телефон на пол положил? Ну все, я тихонечко ухожу, чтобы тебе не мешать. О, смотрите, кто у нас здесь? Мама дорогая, Андрей, у тебя живет тут какой-то тарантул. И что с ним делать? Я их боюсь ужасно. Боишься? Что, его надо убить, что ли? Мам, ты зачем мою лучшую защиту сломала? Какую? От боков. Как его убить, Андрюша? Убить? Ну да. Я боюсь его, он же залезет тебе в постель потом. Потом? Да. Убийство на канале Julia Life. Ой, он живой еще? Мама? Теперь будет пятно от него на стене. Но я не могла его не убить, он слишком жирный. Смотри, трупик паучка. Я буду биться книжкой. Аккуратно, а то он сейчас соскочит с книжки и на тебя прямо. Я пошла его выбрасывать. Открой мне дверь. Боится. Боже, сейчас ударится. Покажу вам, как сейчас на данный момент пишет Андрюшка. Вот плохо пишет. Что-то у нас уже и лампа не светит. Плохо пишет, видите, нужно набивать руку. И сейчас лето, время, когда ребенку нужно набить руку, чтобы в третьем классе он мог писать быстрее, ровнее и меньше зарисовывать. Андрюша грешит корректором. Он прям не хочет садиться писать, пока не дашь ему корректор. Смотрите, какая вредная девочка. Вот сегодня я, наверное, раз 80 сняла ее отсюда, во? И по-другому просто никак. Здесь сидит мама. Хочу распечатать Андрюшке сейчас примеры, чтобы он писал математику еще. В общем, во-первых, это твой последний чупа-чуп на сегодня, потому что зубам будет капец. И так ты плохо зубки чистишь. А во-вторых, я хотела распечатать вот эти вот примеры. И я никак не могу сама запустить принтер, поэтому Андрюша сейчас будет писать. Просто с компьютера вот решит эти примеры. Хорошо? Садись, занимайся. Я пойду, буду ставить варить борщик. Ладно. Угу, давай. Лампа уже не светит. Хотите тоже сухой? Ну, ты аккуратно, то еще током ударит. Все, иду поставлю могу. Телефончик на зарядку, пиши. Смотрите, как Вероничка помогает мне ложить вилочки по местам. Моя умничка. Сейчас мы будем варить борщик. За окном шумит дождик, его даже слышно. Давай, вот, ложи, вот, все это, ложи. Тебе? Да. Тебе? Надо же здесь все разложить по местам. Ампулки мои. Что это за ампулки? А, это никотиновая кислота, кстати, девочки, советую. Для волос очень хорошо, я это делаю на кухне. Так, вот, пожалуйста, еще это положите. Упала. Баба. Баба. А вы делаете это видео? Видео, да. Так, скажи, я на кухне.
Я хозяйка номер один. Давай, давай. Я тут каши варю, порядки навожу. Ой, как ты сейчас тут все сложишь. Это все серьезно. Все, все. Видели, какой порядок у меня, девчонки? Ой, вообще, очень мне нравится. Очень нравится. Так. Складываем. Прям порядок, порядок у мамы. Все как-нибудь. Ну все. Дальше можно мяско обваривать. Но ей это дело понравилось. Вау! Ручки потирает. Твои липкие ручки. Пошли я тебя в ванну засуну купаться. Пошли? Пошли. А вы любите ванну с пенкой, как Вероничка ее любит? Смотрите, сколько пенки у нас. Ой, как нравится прям. Она шипит, бульки лопаются. Такой звук стоит красивый, манящий. Ой, как классно. Просто супер-пупер. Смотрите. Ты как снеговик, Ника. Нет, только в ротик нельзя и в глазки нельзя. Ой, ты сделала хуже. Успокойся, пожалуйста, дай я вытру. Я вытру, и так будет лучше. Вот. Вот эти волосюльки. Белочка чуть-чуть. Скажи, ребята, какой релакс у меня сейчас. За окном дожди, а я в теплой ванной. Буду играть с игрушечками. Вау! Вау! Постоянно говоришь вау. Кораблик уже разобрали. Уже не будет парить по волнам. И вот наша подводная лодка тут плавает. Интересно, интересно. И Робокар Поли пожарник уже вообще не пожарник. Сейчас подводная лодка будет что-то там под водой разглядывать. Мамин шампунь. Уже не шампунь. Ну все, я на кухню, пока тут так тихо. Все, ребята, борщ мой готов. Я кинула уже укропчик, петрушечку. Накрою крышечкой, пусть настаивается. Дети покупались, едят кашку, ложатся спать. Димуля в душе. Ой, и этот день закончился. Я весь день проходила не накрашенная. Ложечку тебе дать? Весь день проходила не накрашенная, потому что никуда не шли, никуда не планировали, поэтому решила дать кожу отдохнуть. И... просто не тратить время на косметику, потому что если никуда не идешь, то даже не хочется стоять 20 минут марафетиться. Да, я примерно 20 минут трачу выпрямить волосы, накраситься и все такое.